Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Stickman Archer. Рожки Рудольфа в подарок забрать. Так, выгоду отказываемся. А где рожки? Рожки где? Так, давай-ка мы заберем с тобой награды здесь. 500 монеток. Замечательно. Я хочу рожки. Вот они. А что, неплохо, мне нравится. Пускай остается. Так, мы можем с тобой что-то скрафтить. А что? Стрелы. Серьезно? Вау. Улучшили, друзья мои, мы с вами лазерную стрелу. Хм. Так, предложение дня меня не интересует. Меня интересует больше вот здесь. Выполняя квесты, так, понятно. Нанесите урон смертельной... А, стрелой бомба. Так, нанесите урон базовой стрелой. И урон... кактус стрелой. Понятно, открываем сундук. Легендарная карта. 800 монет. Эпическая карта. Ага, это для бомбы. Обычная карта и обычная карта. Замечательно. Начать. За 10 гемов открыть. Ладно, давай откроем. Это обычные карты, ребят. Ресурсы, ресурсы. Опять же, ресурсы и монеты. Так, следующий тогда. Не буду я сейчас ничего делать. Хотя, подожди, что там написано? Арена 2, бонус 1. Редкая карта. Деньги. Обычная карта и обычная карта. Собрать все, естественно, собрать все. Ну и последний значок мы с тобой ставим на активацию. Так, друзья мои, сегодня надо постараться нам получить 10 уровень. Играем пока на этой локации. А сюда у нас Утиный остров допустит уже на 15 уровне. Всего лишь на 15. Ищем соперника. Ух ты, у него тоже рожки. Все дела. Сейчас, ребята, будем фейлиться. Поверь мне, будем фейлиться, потому что давно не играл. Навык потерял. Но неплохо, он сбил эту муху. Он сбил эту муху, и ты сообщишь, что произошло. Ать, в щит. Но, тем не менее, щит мы все-таки немножко ему покоцали. И, кстати, у него здоровье на щите было намного больше, чем у меня. Так, что там ждет? Ветер, его смущает ветер, друзья, я понял. Тоже мне попал в щит. И, судя по всему, лук у него намного лучше прокачан, чем мой. А я, пожалуй, возьму бомбочку. Ветер за нас. Но повреждений, конечно, можно было бы и побольше нанести. Будет менять, интересно, на стрелу. А, мы ему шапку сбили. Без шапки. Слушай, он взял эту электрическую, ребят, стрелу. Как замечательно-то. Не попал. Дай-ка я тоже возьму. Так, ветер против меня, ребят. Куда ты, твою налево? Куда ты? А у него штиль. Ребята, у него штиль. Он сейчас попадет. Понимаешь? У меня, как всегда... Ну, ветер, ветер мне сейчас дали. Ветер. Ну вот и как ты тут, вот сюда вот надо как-то. Куда ты летишь-то? Тоже неплохо, ребята, вжарил. Смотри, какой ветрище летит. Это ему надо еще постараться попасть. А у меня штиль. А у меня штиль, и я возьму. Так, муха, ушла бы ты отсюда, а? На тебе! Готов. Ну что, друзья мои, победа. Ручки помнят, но тут все-таки зависит многое от того, куда дует ветер. Так, погнали дальше. Погнали дальше. Так, а у нас тут с тобой награда.
Редкая карта. Опа. Мы можем прокачать щит, и это меня радует, друзья мои. Музыка такая новогодняя, да? Хоть Новый год уже и прошел, но все равно приятно послушать такую веселую музыку. Давай-ка мы с тобой, наверное, так, ежедневная коробка. Дополнительно содержит. Прокачка, где прокачка? Мне нужна... Так, вот кузня. Я все время забываю, ребят, что надо сюда идти в кузню и улучшать. То есть плюс 25 к прочности, да, у нас получается. Это здорово. Как же мне этот сундук, а? Так как хочешь, чтобы его открыли. Погнали. Так, мы еще с тобой даже 10 уровня не получили. Я уже молчу про 15 уровень, который нам нужен будет. Так, вертекс. Почему меня постоянно ставят вот с этой стороны, а не вот с этой? Ход соперника. Я не понял, а что, мух нету, что ли? А, тут не мухи, тут. Ты, блин, серьезно? Это читер. А мне, как всегда, ветер, да? Мне, как всегда, с ветерком. А слушай, а что это у него за лук? Давай еще. Прям, ну конечно же. Конечно же, друзья мои. Че, препятствия переместились? Так, подожди, что у меня там за стрела? Попробуем. Ох, прям в голову. Ну согласись, что этот лук он купил. Валерий, сейчас... Что-то у него не получилось, сломалось почему-то. По непонятным нам причинам, да? Ветер хорош. Ну что, друзья мои, если он сейчас нас не добьет, есть вероятность, что добьем его мы. Он берет бомбочку. Смотри, какая траектория. Мы выжили с тобой. Он взял... Показывает, что он типа крутыш. Ну что ж, погнали. Крутыш. Нормально? Крутыш да выеживался. Читерок несчастный. Так, ребят, ну естественно продолжаем. Так, уровень будет у нас? Чуть-чуть не хватает. Совсем капельку. Ладно. Смотрим, кто дальше нам выпадет. Блин, мне хотелось бы, конечно, ледяные стрелы. Которые... Оп, и у тебя все, ребят. Ох ты ж, блин, ты посмотри. Шлем такой... Немец, что ли? Ё-моё. Точно, ребята, это немец. Шляпа нацистов. Давай в птичку. Эй, ну бас. Вау. Слушай, мне не надо, вот, кажется, такую стрелу брать. Я возьму вот такую вот. А что там ваукает? Да, блин. Ты как меня бесит. Вот смотри, почему ему так везет, ребят? Почему везет, блин? Фьюх. Штиль, друзья мои, абсолютно штиль, поэтому берем. Погнали. Такой момент был, ребята. Такой был момент. Ну что это? Это называется это урон. Давай, прям в пеликана. Ну, попал все-таки своим пеликаном плешивым. Опять ветер. Ну, не такой большой, ребят. Сейчас попробуем. На. Да куда ты, твою душу? И ветер был вроде бы в мою сторону, и все, да? Вот мы, кажется, и доигрались, друзья. Вот мы, блин, и доигрались.
Чего, я не понял? Понятно, короче, все. Да, дурачок какой-то, я не понимаю даже. Не может попасть. Ты его смотри. Ты хочешь сказать, что это не издевательство? Еще и ребята, это... Он взял кактус. Он взял кактус и... Он промахнулся. Он промахнулся. Он промахнулся, ты понимаешь? Твою композитку. Теперь фарта не будет, ребята. А, ветер идет против него. Щит. Щит — это не ругательство, это от слова щит. Поехали. На тебе. Да, вот там вот в кусточках. В кусточках. И отдуплись. Ух, ребята, сложно, конечно, играть. Но прикольно. Так, мы все с тобой полностью забили. Этими сундуками. Уровень должен быть. А я тебе о чем? Оу, новая карта. Огненная земля, друзья мои. Огненная земля. 5000 монет. Хм. Так, что нам там нужно? Это понятно. Стрелой бомба, да? Обычной стрелой и кактусом. Погнали. Блин, 15 уровень заработать как-то надо. Но сегодня вряд ли у нас получится, конечно, заработать его. Доброжир. Звучит прикольно. Доброжир. Такой жирненький добрец. Мой ход, что ли? О, нет, тут надо, ребята. Да что ты? Блин, лучше бы ему по голове достал. Что это глаза-то? А ему, ребята, достается штиль. А мне опять ветер. Глянь-ка. Прям в головешку ему. Сейчас, ребят, подкорректирует. Штиль, ну неужели? Препятствия переместились. Я понял. Да. Стрелу мне. На-ка тебе. Все, ребята, доброжир лежит и жреет. Со стрелой во лбу. Я вылетел. Как крутыш, прям самый настоящий. Жалко, что чемоданчик, ребят, сгорел, сундучок. Итого 281 звездочка. Кто на этот раз? Зарежу на хуторе, да? Это мой ход. Слушай, пока штиль. Сейчас там дурачусь. Он дурачится, ребят. На! Как тебе? Будет мне стрелу или нет? Базовая, пока я вижу, у него взята базовая. Меняет на огненную. Ай-яй-яй. Так, ветер. Ветер очень сильный, друзья мои. Ветер очень сильный. Поехали. Крышка ему, да? Да. А-а-а. Почему пеликаны, видишь, какой-то, как будто летят, ну хоп назад. Попадет. Нет, не попал. Штиль. Друзья мои, что такое штиль? Блин, у меня кончились стрелы.
Что такое штиль? Штиль — это фарт. Ну, зато я ему щит снес. Ему тяжело с таким ветерком попасть будет. Ты глянь. Ага. Огонь. Серьезно? Ты видишь, что случилось? Я, короче, попал по пеликану. А когда кактус попадает в какое-нибудь препятствие, от него отлетают иголки. Так вот, иголочка, которая от пеликана отскочила, она попала ему в ногу. Он загнулся из-за этого. Получилось довольно прикольно. Так, ну что, 11 уровень, наверное, мы с тобой все-таки успеем сегодня заработать, как я могу понимать. И, наверное, на этом закончим. Да, я понимаю, ребят, что серии немножко короткие, но здесь, как тебе сказать, здесь много не поиграешь. То есть поиграешь там много, но лучше это растягивать. Вот так будет правильно, наверное, сказано. Опять ты? Он сейчас, наверное, злой, он сейчас будет посетить, ребята. Оу, новые. Так, это кто? Я. Ну, тут понятно. Фига, ты понял? Смотри, какая локация. Давай в голову ему прям. Ать! Совсем капельку не хватило. На этой... Танцует. Да. Тут сложновато, конечно, будет, если честно. Да, возьму, наверное, вот так вот. Ветер, да? На! Птичка поджарилась. Нате, кушайте. Ну, тут он может попасть. Тут ветер не очень сильный, поэтому сопротивляемся как бы не особо. Но он попал в щит. А теперь вообще, ребят, замечательный ветер. Шапка слетела, птичка прилетела. Он дымится. Хорошо, мы его прожарили. Такой в недоумении. Да как так-то, типа? Так потому что ты берешь огненную стрелу. Ты же видишь, что у меня в руках щит. Почему я беру... Для чего я, по-твоему, беру эти стрелы электрические? Ведь, наверное, не просто так. Все. Лежи там возле камушков. Отдыхай. Ну, ведь прикольно, ребят. Ну, и уровень мы с собой получаем. Что я тебе могу сказать еще по этому поводу? Давай. Ага. И левел ап. Да, друзья мои, 11 уровень. Заберем награды. 5000 монет. Ух. Шикарно. Опа. Друзья мои, а вот она и новая стрела. Замораживающая. Вот именно про нее я тебе тогда говорил. Посмотри прошлую серию, как меня этой стрелой наказывали. Оба-на. Ребята, легендарная карта. Здоровье. Плюс монеты. То есть я сейчас могу прокачать себе немножечко хп. И это очень приятно. Потому что здоровье — это очень-очень важный ресурс для меня. Сколько? 55 плюс 40. То есть это получается 95 здоровья. Вау. Это круто, что мне выпала легендарная карта. Блин, хотелось бы, конечно, еще, ребята, повоевать, но у нас сундучки вот эти вот, пускай созревают. Ну, а мы, наверное, с тобой сделаем перерыв. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.